В Миассе жители одного из домов обеспокоились судьбой пожилой соседки. Старушка несколько дней не выходила на улицу и на звонки в дверь не отвечала. Люди вызвали спасателей. Квартира пенсионерки была на первом этаже. Спасатели поставили лестницу и подобрались к решетке. Ее пришлось срезать. А потом сумели открыть форточку и пролезть внутрь. Вот тут форточки работают. Пожилую женщину обнаружили лежащей на полу, она не могла даже пошевелиться. Так, да? Известно, в таком положении она провела трое суток и вот дождалась помощи. Спасатели подняли пенсионерку, положили на кровать и вызвали бригаду медиков.